и снутри топку заштукатурил геркулесом. Поэтому шамотный кирпич я вам советую не применять. Первое пламя идет сюда, заворачивает сюда, проходит, возвращается. Если обратите внимание, она идет без перевязки с основной кладкой. Все. Добрый день, с вами компания «Печной мир», я Бахаев Максим. Сегодня мы приехали в Ангарск к нашему партнеру, другу, не побоюсь этого слова, Сергею Герасину. Поговорим о его опыте футировок, и он нам расскажет о своей печи, о нюансах печи, то есть я думаю, что будет интересно. Расскажи, ну, что ты именно хотел здесь воплотить. Что ты, ну, какой результат получил, доволен, недоволен, то есть, ну, тем, что для себя, для себя же делал. Ну, вот как бы хотел бы рассказать, вот именно хотел сделать печь именно с такими элементами, именно косичкой. Вот именно такой проект у меня родился, и именно вот эти некие зубы дракона, да, как бы сочетать их вместе. Вот, поскольку печка, она имеет в себе 7 каналов горизонтальных и 3 колпака. Вот, как бы я ей доволен, то есть она очень хорошо себя ведет. Она год уже служила. Да, она уже год, отопительный сезон она прошла. Здесь вот еще у нас получается такая вот лежанка, я вчера его протопил, до сих пор как бы теплая она, до сих пор. Вот, то есть у нас получается первое пламя идет сюда, заворачивает сюда, проходит, возвращается и уже пошла туда. Здесь как бы идет раз, два, три колпака как бы в этом месте. Таким тоже стилем старался подойти, чтобы тоже было максимально красиво. И вот вчера, говорю, протапливал где-то днем, ну, до сих пор теплое. Ага. Вот как бы. Сколько раз, ну, зиму, допустим? Допустим, в день 4-5 полешек и на следующий день 4-5 полешек. Все. Ну, то есть раз в сутки? То раз в сутки, да. И а достаточно. Площадь? Помещение сколько? Ну, площадь где-то квадратов 25, вот так вот где-то вот. Ага. 30, может. Ну, и получается, она все время в таком, ну, не перегретая, да. В рабочем режиме. Она держит. Всю зиму как бы чуть подостывает, подтопил чуть-чуть буквально. Самые морозы, я думаю, что чуть больше, наверное, все равно как бы усиливаешь. В самые морозы нет, также в таком же режиме, в принципе, даже минус 40 вот в прошлом году было, комфортно. Нормально. Да, еще добавлю, что Сергей любит очень много точить кирпич. Uh-huh. То есть это тоже одна из его, так скажем, отличительных черт. То есть видно, что кирпич обработан, каждый кирпич поддавался, скажем, и фаска снятия, uh-huh. и с лицевой части тоже, да, шлифовка. Да, каждый кирпич здесь точеный, каждый. Здесь простого кирпича нету. То есть он калибровался не только по факту, чтобы не было ни трещинок, ничего, обрабатывался. И если вот эти фаски, их выпрямить впрямую, да, вот так вот сделать, то есть выпрямить, почему было принято такое решение? И тогда объем печи увеличивается. И, соответственно, инфракрасное излучение идет не только сюда, но и сюда. То есть она распределяет mm-hmm. вообще тепло по всему помещению. Ну вот хотел бы сказать по поводу футировки, да, как бы. Здесь вот я не стал применять никакой футировки. Я, то есть, калибровал кирпич вот этот весь. Брал кирпич-железняк, который именно спеченный хорошо, и пустил на топку. И снутри топку заштукатурил геркулесом. Где-то штукатурка маленько подотвалилась, но кирпич в идеальном состоянии. В идеальном, как бы внутри все хорошо. Меня это все устраивает и удивило. И вообще вам, ребята, хотел бы сказать по своему опыту, да. Я вот поскольку много лет работал футировщиком промышленных печей, да. Многие печники пользуются шамотом. Я, допустим, считаю, что от этого надо отходить. Шамотный кирпич, он все-таки предназначен для высоких температур. 1000 градусов и выше. Печь 1000 градусов не дает, дровяная. Ну, береза может 950 дать. И то, я сомневаюсь, 900. Поэтому шамотный кирпич я вам советую не применять. Возьмите откалиброванный, хорошо выбранный кирпич иркутский. Зафутируйте топку, конечно, с температурными швами. Либо арбиджил. Это вот мой совет. Нюанс-то какой, вот если не ставит шамот, как, ну, из опыта своего, угу. не везде, не в каждом регионе есть нормальный кирпич. Если угу. у нас иркутский, там, улан-удэнский, он более-менее да. стоит, то где-то его нет, соответственно, у людей нет возможности, так скажем, применять. И они ставят тот шамотный, да. то есть, и он сдерживает.
Потому что нюансов шимо там, да, много, но я думаю, что мы об этом как раз ты нам расскажешь. Да. То, что вот эти расширения, ну, термические, так скажем, зазоры в шамоте, они важны, чтобы он стоял. Да, шамотный кирпич, он вообще, когда высокая температура, когда запускается промышленная печка, шамотный кирпич, ее запустили, и он все не остужает. Как только печку остудили, все, он сразу весь полопался. Можно все, его все меняется, все это дело. И поэтому как бы в промышленных печах он себя хорошо ведет. Ну и, конечно, если вы шамотом пользуетесь, кладите шамот на мертель. Топим. Затапливаем печку. У Сергея да. есть свой способ. Да, сейчас способ вот я возьму зажигалку. Да, сейчас я вам покажу. Я пользуюсь как бы горелкой обычной, да, как бы. Вот смотрите, как это делается. Все. Да, дрова здесь уже закладка. Да, уже заложено, да. Но тоже мелкая снизу, да? Да. Все так же. Просто нам не стоит это как бы даже открывать, тут, чтобы тут что-то дым выбрасывало, не выбрасывало. Просто снизу подвели горелку. Угу. Ну, интересно. И как да? бы добавили маленько. Печка затоплена. И печка да. уже затоплена. То есть многие печники пользуются отсюда, как бы. Я пришел к такому мнению, что надо из-под дувала затапливать. Угу. Это гораздо удобнее, проще. И... Но мы получаем, опять же, нижний поджиг. Бывает, что если высокая камера, да, можно угу. сверху зажигать, чтобы как свечой горело. Можно так, да. крутиться, то есть можно, тоже... Максим Николаевич, так. Но я вот именно для вот этой печи, мне очень удобно. Здесь вот сделано еще как бы прорезь, да, впереди uh-huh. вот это. Это для того, чтобы стекло не закапчивалось. И еще хотел бы добавить, что вот эти вот элементы, да, косичка, вот если обратите внимание, она идет без перевязки с основной кладкой. Вот. Была такая техника применена, то есть цепляется за клямеры, да. То есть берем подвес, отрезаем, делаем букву П, цепляемся за этот кирпич и цепляемся за это. И каждый ряд, каждый ряд. Вот она сезон прошла, нигде не отошла косичка, нигде, ни в каком месте. Ни здесь. Я за этим следил. Как бы это тоже такое новшество, скажем так. Заштукатуренная поверхность вот здесь. Вот, то есть у меня здесь пущен уголок, да, Здесь уголок здесь, а здесь остался кирпич. Все геркулесом было заштукатурено и покрашено с этой краской, как бы, и все великолепно себя ведет. И здесь вот, конечно, уголок вот поставленный, почему он был выпиленный, где-то 2 сантиметра выпилил, чтобы мне в паз попасть. Вот, кирпичи полку эти, держит, да, полку держит, чтобы вот на расширение здесь ничего не влияло. Ну, видно, что подход был хозяйский, угу. делал себе, сделано все качественно. Но я думаю, для клиентов также это делается все. Ну вот, Максим Николаевич, Николаевич, еще бы хотел бы пригласить тебя посмотреть на улице. Вот барбекю комплекс, вот я как бы делаю, почти доделал. Ну вот, пойдемте посмотрим.